Доброго времени суток всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Да, сегодня у нас опять выпуск о Максиме, о нашем всеми полюбившемся Максике. Буквально неделю назад мы с Максимом ездили на МРТ и ждали, когда ему сделают индивидуальную транспендикулярную конструкцию. И буквально вчера вечером, в воскресенье, мне позвонил Николай Николаевич и сказал, что на вторник назначена операция. Приедет его друг-нейрохирург, и Максима забирают на операцию. Вы все помните историю Максима, да? Его нашли лежащим в грязной луже, погрызанными сородичами. Мы экстренно выехали, забрали мальчика. И уже позже выяснилось, что у Максима не все так хорошо со здоровьем. Были долгие длительные поездки, МРТ, ожидания. Но, слава богу, все плохое уже позади. Позади страшные диагнозы. Опять благодаря вам, нашим молитвам, все у Максика. Я верила, когда мне сказали, что есть 14%, я верила именно в эти 14%. Я верю в каждого своего животного. И мы победили. Мы уже победили очень многое с этим ребенком. Да, вы сейчас скажете, что недавно был ролик о сборах, но, девочки, 5-6 собак постоянно находятся на стационаре, круглосуточно. Это финансово трудно, тяжело, только благодаря вам мы их лечим до конца и выводим всех наших животных в полноценную жизнь. Поэтому конструкцию я уже оплатила, а сейчас у нас экстренный сбор, прямо экстренный, на операцию. Вот, потому что реально, как я говорю, что в последнее время, ну, с финансовым положением очень-очень тяжело и очень трудно. Я надеюсь, вы меня услышите и поймете. Вот. Сегодня наш ролик именно о том, что МРТ мы здесь сделали, все сделали, теперь остался заключительный, завершающий этап. Это операция на позвоночнике у Максима. Поэтому большая такая моя дружная семья. Я обращаюсь к вам. Нам нужна ваша помощь. Как всегда, у нас 5000 человек. Ну давайте же все, ну хотя бы даже те 600 лайков, которые вы ставите, каждый, пошлите по 100 рублей. И нам будет и на питание, и Максу на операцию, и на лечение другим собачкам. Сандре, Коржику, Белке, Гришеньке. Сейчас поедет 5-й еще Максим. Это опять все стационары, оплачиваемые. Вот. Поэтому вся моя надежда только на вас. Мы уже прошли такой большой путь с Максимом. Нам остался последний рывок. Последний рывок. Мальчик горбится, и он уже с каждым днем все больше и больше становится горбатым и прихрамывает на свою левую лапку. Поэтому нам срочно нужна эта операция, чтобы ребенка выровнять спину и убрать хромоту. Без операции нам никак не обойтись. Моя такая большая дружная семья. Спасибо вам всем большое, конечно, за комментарии. И в этом ролике очень прошу каждого откликнуться, прокомментировать, поставить лайк. Пожелать удачи малышу, чтобы последний рывок мы пережили, прошли этот последний этап к новой жизни, к новому пути восстановления Максима. Пройдено очень много, очень.
Я обращаюсь к вам, к каждому. Помогите нам собрать малышу на операцию. Мы ждем. Мы очень ждем, надеемся, потому что во вторник нам уже ехать. И надеюсь, что мы соберем нужную сумму благодаря вам. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Очень прошу вас, комментируйте, лайкайте и делитесь роликом в соцсетях с друзьями. Пусть больше народу узнает о нас. О нас, о том, какой мы проходим путь спасения. Действительно, спасение в реальности, то есть в реальной жизни. У нас нет скачанных картинок, еще раз говорю. У нас все происходит в реальной жизни. С этой болью мы и живем. Но только мы с вами делаем этот мир чище и добрее. С уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.